Добрый день, друзья и коллеги. Гибридоводы. В работе вот такая машинка в таком состоянии. Привезли ее на эвакуаторе без стекол. Разобрано, меняли вот эту переднюю четверть. Ему после ДТП и не могли запустить. Не могли запустить. Экономия — это, конечно, дело хорошее. Мало крепления инвертора. Ну и экономисты решили заварить. Это я уже с этого инвертора потроха все внутренности модуля переставил на этот, оставив лишь только конвертер. Ну и после сварки антифриз пошел вниз, повело вот это место здесь. Вот. Контур охлаждения. Его повело, и антифриз пошел вовнутрь конвертера. Вот такая вот экономия. Жаль, конечно, что такая машинка досталась таким варварам. Ну, долго они не могли завести, вернее, она вначале запускалась, потом, видимо, когда антифриз побежал, горит все. Батарея у него хорошая, стоит от 20-го кузова. Где-то был у меня в видео. Батарея не увидел. То есть есть такие вещи, где экономить нельзя. Проводка, мы там все перебрали, электрики заварили, но все понапрасну. Так что вот имейте в виду, такие вещи не варятся. Если варятся и делают, то делаются с умом. Там я внутри инвертора, причем когда вскрыл, уже пришел ужас. Здесь вот от сварки. Внутри прям такая сварочная, то ли проволока, то ли что, но прям окаленная на модулях лежала. Его даже продуть не могли перед установкой. Вот. Такие вот горе-мастера бывают. Ну что, спасибо за внимание.